Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самаюктам Биндаванам Ванчакалпатаруашакипасиндвевачу, Ватитананг Павуне Бхавишнавибхьо Намо Намаха, Мукан Кароти Вачаланг Пангунланг Хетгирам, Яткипатамаханг Банде Парамананду Мадавам, Бриндави Тулсидеббхай Пияви Кесавасача. Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттама Девин Сварасватин Вясам Тату Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхо Падеш Гаурия Патрашо Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йогта Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дхайям Сата Парибхавагна Мавиштудухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапале Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ядпада паллаванаха чандамани чатай Бисвуржитакима пигопабадушвадарш Пурнанурагураса сагара сарамурти Шарадхикамай кадакипам каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаям Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхаван Рупен Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманго мада пухарам Варанаси пурапати бхажавишанатам Ваги саджасва бадане Лакшмир жасва чавакшаси Жасасти хиде самбит Вам нишингамахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Бхавапа Барга Бхаматаха Яда Бхаведжанаса Тархи Аччута Сатсамагама Сатсангама Джархи Тадайва Садагату Параварайсе Тай Джаяте Рати Бхавапа Барга Бхаматаха Яда Бхаведжанаса Тархи Аччута Сатсамагама Сатсангама Джархи Тадайва Садагату Параварайсе Тай Джаяте Рати Гаудия Гоштхипати
Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, I like to lead my life very peacefully. Гуджа Гушипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что те, кто хотят жить спокойной жизнью, чтобы их никто не беспокоил. И вот Гуджа Гушипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад говорит, что такое желание, оно подобно пассивному вожделению, а не бхакти. И желание жить тихой, спокойной жизнью, чтобы никто не беспокоил, это не бхакти, это зовется скрытым вожделением. И вот Гауди Гоштибати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал такие слова, что ради служения мы, гаудии, мы хотим страдать. Мы хотим совершать гуру вайшнава севу, бхагават севу, и ради этого, если какие-то страдания приходят в нашу жизнь, мы примем их с радостью. И это гаудия, настроение гаудии. И те, кто не понимают преданность гаудии должным образом, они могут искать своего личного счастья, каких-то личных, личной выгоды. Они будут всегда стремиться к этому. И вот сегодня мы говорим о сегодняшняя тема – это Шрила Прабхупад, его уникальная ачарьятва, уникальный пример его учения. И сегодня под тема – это то, как далеко мы отклонились от пути, указанным Шрилой Прабхупадой. И вот главная тема – это Шрила Прабхупада и его наследие, а подтема – это то, насколько далеко мы отклонились от пути, указанным Шрилой Прабхупадой. И Вишвашнава Раджа Сабха, она и ее деяния, они тоже в эту тему входят. И вот Шрила Прабхупада, он всегда хотел дать нам совет, то, что вы приняли прибежище лотосных стоп Шрилы Прабхупады или Шрилы Кешава Госвами Махараджа или Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа или другого садгуру. Первое, Шрила Прабхупад говорит, что если вы вообще приняли прибежище у садгуру, и если вы утвердились в гуру-татве, то тогда и только тогда ваш баджан может начаться. А если вы не утвердились в гуру-татве, то ваш хари-баджан не может начаться, поскольку без самбандха-гьяна вы не сможете его начать. Но если какой-то ачарья скажет, что можете начать рагануга-баджан или рупануга-баджан, то это против учения Шрилы Прабхупады. В то время как Шрила Прабхупад говорит, что без самбандха гьяны мы не можем начать харибаджан. И если мы не утвердились в харибаджане и не утвердились в гуру-татве, то как мы можем начать рагануга-баджан? Это такое несоответствие Сиданте Шрилы Прабхупады. И поэтому Шрила Прабхупада в начале всего всегда говорил о адхокшадже и акшадже. О материальном даршане и трансцендентном Шрила Прабхупад всегда говорил об этом, поскольку если это не прояснить, то мы не сможем войти на путь баджана. Несколько примеров я могу привести, через которые вы поймете это. И вот я слышал от Гуру Варги, от Гаудия Гуруваги, то, что одобрено Шрилой Прабхупадой, если мы хотим скооперироваться
со всем миром, то вряд ли мы найдем много достойных людей. Будет всего один или два человека, которые поймут, по-настоящему поймут Сиддханту Шрилы Прабхупады. Те, кто понимают Сиддханту Шрилы Прабхупады, таких очень мало. И так или иначе, когда мы переводим какие-то статьи или книги Шрилы Прабхупады, поскольку все, что написано в в журналах и статьях Шрилы Прабхупады, мы, если переводим, мы не должны ничего менять, поскольку то, что отредактировал Шрила Прабхупада, мы не можем это упростить, это будет оскорбительно. Поэтому то, что написано Шрилой Прабхупадой, как понять, я слышал от Гуру Варги, чем больше мы погрузимся, приблизимся к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, и тем лучше мы поймем, что хотел сказать Шрила Прабхупад. Иначе, если мы хотим редактировать или как-то упростить статьи Шрилы Прабхупады, то это очень просто. Нет, мы должны сохранить это так, как оно есть. Может, мы можем сделать какую-то пометку на полях, но все равно нужно попросить разрешения у чистых гуру вайшнавов, то, что спросить то, что мы хотим пояснить в этих статьях, как-то сократить или дополнить, нужно спросить у авторитетов. Мы не можем менять то, что написал Шрила Прабхупад. И вот Шрила Прабхупад говорил, чем больше вы приходите в гармонию с гуру и вайшнавами, то тем лучше вы поймете сердце тех гуру вайшнавов. Шрила Прабхупад, он использовал это слово «довител». И вот силой мы не можем войти, понять то, что написал Шрила Прабхупад. И вот, если мы придем в гармонию с Шрилой Прабхупадой, то тогда мы поймем его Сиддханту. Actually, we heard from Guru Varga, Gauriya Guru Varga, that impersonalism or Mayavad Vichar can come. Мы слышали от Гуру Варги, что этот имперсонализм может прийти к нам в многих формах. Пытайтесь понять. И вот имперсонализм Майявада, вся эта Сиддханта Майявады, она может прийти к нам в бесчисленных формах. Мы не всегда сможем понять. Иногда в форме морали, честности, в различных формах вот, может материализм, этот майявадизм прийти к нам, но Кришна Бхаджан настолько уникален, я не могу объяснить вам. Вы должны осознать, по милости Гуру Вайшнава, вы должны осознать это. И поэтому Шрила Прабхупад, он говорил, что на пути Кришна Бхаджана, если мы хотим служить Кришне, то в этом случае различные морали, принципы морали, честности и прочие вещи могут прийти, чтобы стать преградой на пути нашей Кришна-севы. И вот если мы хотим совершать Кришна-севу, Кришна-сева настолько великолепна, что перед в сравнении с Кришна-севой, с Кришна-бхаджаном, любая мораль, честность,
и прочие материальные вещи, они очень дешевые. Если все общество критикует нас, как мы совершаем севу, то все же я хочу принять этот критицизм с радостью и прыгнуть в Кришна-севу. И даже если весь мир он будет против меня, но все же я хочу быть занят моей Кришна-севой, в этом главное. И вот имперсонализм, майявада, они могут прийти в разных формах. Сила Прабхупад говорит, даже те, кто Мадхьяма Адхикари, они тоже могут отклониться и запутаться. Только те, кто находится на уровне Парамхамс, они могут быть только заняты в севе, и тогда они могут понять, что есть. Что есть что. Я несколько примеров приведу. Однажды, это был следующий день Кришна Джанмаштами, Нандутсав. И вот это было на улице Ультаданга, в первом доме, адрес Гауди Матха такой, и преданные принимали прасад, в очередь там стояла. И в этом очереди один образованный человек из Бакуры или откуда, ну, в общем, из какого-то места знаменитого. И он образован очень был, и пенсию получал хорошую, и жил с женой, с детьми. И вот он же принимал прасад там и думал, что он знает Сиддханту, что он очень образован, и один великий преданный перед ним сказал такие слова: «О Прабху!» Он позвал: «О Прабху, вы едите прасад, а вот эти малпуа сладости такие, лепешки сладкие жареные». И вот он ел, и этот преданный, он хотел спросить у него, уточнить, знает он Сиддханту или нет. И вот он спросил: вы едите малпуа или малпуа ест вас? То есть вы прасад. Другими словами, он спросил: вы едите этот прасад или прасад ест вас? И вот он разгневался почему-то: что вы несете? Я что, настолько обеден, что не могу сладости купить себе? Не буду больше есть. И вот он разгневался и ушел. И вот Шрила Прабхупад, кто-то сказал о Шриле Прабхупаде, что случилось, тот засмеялся и сказал, что он не смог понять значение вашей Сиддханты, что Шрила Прабхупад хотел сказать. Если так, как долго вы думаете, если вы думаете, что вы едите сладкий прасад, параману или то или иное, то вы наслаждаетесь прасадом, и тогда вы не получите милость прасада. Прасад значит милость. Когда прасад ест вас, когда он захватывает все ваше сердце, как Удав Махарадж хотел сказать, когда мы примем, и вот Удав говорил, что при служении прасаду можно победить эту майю. И через эту Сиддханту Шрила Прабхупад хотел сказать, что если у вас есть прасад Будхи, то тогда вы должны понять, что прасад, он,
контролирует ваше сердце, буквально ест вас, просад, он захватывает ваше сердце, и материальные мысли не могут оставаться в вашем сердце. Когда вы принимаете подлинный просад с таким, с должным настроением, почтением просада, как Сарвабхаума Бхаттачарья, он, когда Махапрабху принес ему просад, он сразу принял его, даже зубы не почистил перед этим, только проснулся и сразу принял Махапрасад. И Махапрабху засмеялся и сказал, что сейчас я очень доволен, что Сарвабхаума Бхаттачарья развил такую веру в Махапрасад, что даже перед тем, как помыть, даже перед тем, как зубы почистить, и тем более не повторив Сандхи, Вандану и Анику, он сразу принял прасад, чтобы оказать почтение ему. И что Махапрабху хотел сказать, что если Махапрасад захватит наше сердце, то там не останется никакого места для майи. И это есть настоящий прасад, настоящая милость. И также, когда мы хотим встретиться с чистыми гуру вайшнавами, мы всегда хотим следовать своим собственным суждениям. У нас есть какие-то личные идеи, представления, и мы не следуем Гауди Сиддханте, следуем вот каким-то этим своим идеям, смотрим вайшнав, насколько длин, белый, черный или то или иное, насколько образован. И это наш такой вайшнава даршан. И также, когда какие-то преданные, они хотели пошли Гуркишвадас Бабаджи Махараджу и Вамши Вадас Бабаджи Махараджу, они попросили разрешения у Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад сказал, чтобы не ходить, иначе можно их неправильно понять, совершить оскорбление, поэтому лучше не ходить. И вот какой-то профессор с Калькутты, он пошел встретить за Шрилой Прабхупадой в Бимала Прасады Сарасвати, вот на улице Ультаданга, первый дом. И вот он пошел, сказал что-то Шриле Прабхупаде. Он сказал, что ваш отец Бхактивинода Тхакур, он очень любил меня. Когда бы я не приходил в его дом, он просил меня, чтобы я читал Гиту. И без и никогда не отпускал меня, не накормив прасадом. Шрила Прабхупада слушал долго и сказал: «Вы никогда не видели Шрилу Бхактивинода Тхакура в своей жизни. Что вы говорите? Я много раз видел его». И Шрила Прабхупада опять сказал: «Я думаю, вы никогда не видели Шрилу Бхактивинода Тхакура в своей жизни». Этот человек разгневался, сказал: «Я тут сколько раз ходил к нему, он слушал Гиту от меня, а вы тут такое говорите, никогда не думал такого поведения от вас. Вы там саду, а так ведете себя». И вот Шрила Прабхупад засмеялся, когда тот ушел. Перед любым человеком Шрила Прабхупад, он никогда не шел ни на какие компромиссы ни с кем относительно Шуда Сидданты, с Рабиндранатх Тагором и вообще ни с кем. Ни в каком обществе Шрила Прабхупад никогда не шел ни на какие компромиссы относительно чистой Сидданты. И есть главное Сидданта. То есть если мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады, поскольку описывается, что любой проповедник, любой ачарья, любой человек, не все, большинство из них в той или иной степени они идут на компромиссы с Сиддхантой. И мы отклонились таким образом от пути Шрилы Прабхупады. Но Шрила Прабхупад, он никогда не шел ни на какие компромиссы. И Шрила Прабхупад, if I cannot check him, then he can think he already
Он подумал, а вот он, Шрила Прабхупада сказал, что если кто-то видит чистых гуру вайшнавов, то они думают, что они зависят от их органов чувств, то есть видят просто внешним зрением. И поэтому Шрила Прабхупада сказал, что мы не можем видеть гуру вайшнавов, Верховного Господа Мурти, Господа Виграху. Наоборот, мы должны развить такие качества, чтобы Радха Говинда, Гуру Хари или чистые гуру вайшнавы, они захотели увидеть нас. И это зовется Адхокшаджа Даршан и Акшаджа Даршан. Акшаджа Даршан. Значит, с таким настроением измерения Акшаджа Даршан, то есть такой материальный даршан, что мы хотим нашими органами чувств измерить вайшнавов, а Адхокшаджа Даршан, мы должны понять, что мы не можем увидеть и понять гуру вайшнавов, а если мы сможем увидеть их и понять своими собственными органами чувств, это уже будет не Апракрита Даршан. И Шрила Прабхупада давал нам такой урок. И я был вынужден сказать, что майявада или имперсонализм, он может явиться в различных формах в нашей жизни, мы не можем понять. В различных формах это майя деви может послать этот имперсонализм, майявада вичара может прийти в различных формах. И вот в Гаудия Матхе была такая система, то что преданные ходили собирать мадхукари, подаяния, повторяли харинам, и вот один брахмачари пошел с другим, и вот они пошли вдвоем от имени Гаудия Матха собирать подаяния, и когда они... И вот один брахмачари, он думал о себе, как о великом брахмачари, и как, если какая-то матаджи приходила дать пожертвование, он сразу уходил, ставил емкость, корзину, ну какую-то горшок для подаяния, и даже не хотел смотреть на лицо вот никаких женщин. И когда Шрила Прабхупада услышал об этом, он сказал, что он майявади. Майявади, они всегда хотят заниматься таким сухим отречением, чтобы показать всем, что мы настолько возвышены, что даже к деньгам не прикасаемся, даже на лица женщин не смотрим. Хотя, с другой стороны, вот говорится, что майявади, он худший из джоши-цанги. Что значит джоши-цанга? Асат-цанга может явиться в нашей жизни в различных формах. И Кришнадас Кавираджа Госвами пишет о том, что Махапрабху сказал, что мы не должны общаться с джоши-цанги и с теми, кто общается с этими джоши-цангами и с кришна-абхактами, то есть не преданными Кришне. И вот мы это впоследствии обсудим, поскольку обширная тема это, и вот те, кто майявади, они говорят так. И вот если у нас есть какая-то слабость в нашем сердце к женщинам, например, то мы во сне можем их видеть или еще где-то. Prashanti, Prashanti, and Kama Mayang Jagat. Everywhere you can find. So when information came, Prabhupada was very upset. И вот когда Шрила Прабхупада узнал об этом, он очень сказал, что это просто майявади, это не брахмачари, а какой-то майявади. И действительно, через короткое время он совершил оскорбление и
ушел из Мадхвы, и таким образом Майявада в различных формах приходит в нашу жизнь, иногда в форме сухого отречения, иногда в форме честности, иногда в форме морали, в различных формах может прийти. И вот Шрила Прабхупада сказал, если у нас есть слабость по отношению к чему-то, к женщинам, к деньгам, например, то мы всегда думаем об этом, концентрируемся на этом, и автоматически мы совершаем асатсангу таким образом и отклоняемся от пути гуру и вайшнавов, и это станет причиной нашего падения. Много таких случаев перед гуру и вайшнавами появляются, и поэтому Шрила Прабхупад говорит, что малейшее отклонение от пути вашего садгуру, малейшее отклонение от пути садгуру может в итоге сбросить вас с пути баджана. Когда Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что у вас нет права совершать асатсангу, совершать джоши-цангу, вы должны избегать джоши-цанги, то обычные люди не понимают этого. They cannot understand the actual meaning. Why Chhoto Haridas was given punishment? И вот почему Чхота Харидас получил такое наказание? Почему Кала Кришнадас он отклонился от пути? Почему несколько сыновей Адвайта Гасая отклонились от пути Адвайта Гасая? И такой вопрос может прийти в нашу жизнь. В жизни Шрилы Прабхупады также случилось. Шрила Прабхупада сказал, что услышав так много харикатхи от меня, даже находясь так долго со мной, и вот те, кто даже находились рядом со мной, но все же они все ушли, оставив меня. Шрила Прабхупад говорит, может, у меня есть какая-то ошибка, и поэтому они ушли, оставив меня. Может, у меня нет способности занять их в баджане, поэтому они ушли. И вот кто-то может выражать сомнение, что если какие-то преданные ушли, оставив Шрилу Прабхупаду, то кто-то может подумать, что Шрила Прабхупад не трансцендентен. Такие сомнения могут в чьей-то жизни возникнуть, и это очень опасно. Which is very dangerous all the time. That's why. И поэтому мы будем обсуждать детально, как Шрила Прабхупад он занял нас в баджане все время через харикатху. В жизни Шрилы Прабхупады, Гуркишвар Бабы, Бхактивинода Такура можно найти, что они обманывают нас, поскольку мы сами обманщики. Кто-то кричал перед каким-то преданным из Гаудия Миссия, они говорили, что Шрила Прабхупада обманщик, он пришел в этот мир, чтобы обмануть нас. И вот тот преданный сказал, что да, действительно, он обманул вас, поскольку вы хотели быть обманутыми. И вот такая техника, Бхагаван Си Кришна Парадпаракхилишвар, он тоже следовал такой процедуре. Когда кто-то приходит к Шриле Прабхупаде ради какого-то материального запроса, чтобы исполнить свои материальные желания, Шрила Прабхупада тоже
вел себя так, чтобы они не поняли, кто он такой на самом деле, какова его сиддханта. И если Шрила Прабхупад видел, что у нас какие-то материальные представления, то никакое... И вот если не было у таких людей склонности к служению и заняты которые материальными вещами только, то Шрила Прабхупад хотел обмануть их. Но если они искренне, просто сердечны, то Шрила Прабхупад говорил Харикатху, их сердце менялось. И таким образом чистые Гуру Вайшнавы, они никогда не думают о том, чтобы увеличить количество последователей, как много людей голосуют за них. Они не думают о том, чтобы побольше последователей было, чтобы больше кланялись им, и подобные мысли Гуру Вайшнавы не допускают, поскольку они знают, что качество и количество не могут быть вместе. Чистые Гуру Вайшнавы не всегда думают о чистоте, не о количестве, а о качестве. Гуру Вайшнавы думают, что все обусловленные души, они подобные Пушпанджали, подобные цветкам. Шрила Прабхупад, наша Гурварга, они хотят взять нас, если наше сердце чисто, если мы отклонились, то это очень опасно. И чистые Гуру Вайшнавы, они хотят взять наши души и предложить, как цветы лотосным стопам Шри Кришны, занять Кришна Севи. И это настроение чистых Гуру и Вайшнавов. Они никогда не думают о том, чтобы собрать побольше последователей. Через Харикатху Шрила Прабхупад всегда он хотел поймать нас. Через Харикатху Шрила Прабхупад всегда хотел занять нас в служении. Харикатха, она настолько могущественна. Сиддханта Вичара, она настолько могущественна, что через эту Харикатху мы можем получить достаточные силы, чтобы достаточно могущества, чтобы быть занятыми в Харибаджане. Материальные гуру могут дать нам какие-то материальные возможности. И сейчас те, кто действует как ачарьи, могут так много удобств предоставить, но все же они не могут занять эту дживатму в Харибаджане. Это невозможно, поскольку через Харикатху Шрила Прабхупад он хотел привлечь людей Харикатха и Харикиртан, они настолько могущественны. Шрила Прабхупад, он говорил так, что сейчас никто не хочет следовать этой процедуре. Шрила Прабхупад всегда следовал вот этой формуле из Бхагавад. Там одной и той же формуле. Шрила Прабхупад говорил, что если у них нет вайшнава аппарат, если они пришли совершать Харибаджан, если они хотят узнать что-то об абсолютной истине, то мое право говорить им об этой абсолютной истине. Если я хочу скрыть что-то об этой абсолютной истине ради моей славы, это зовется Дживахимса. It is called actually jibhingsa. So, и вот, if we are going to suppress, если мы подавляем что-то, не говорим о абсолютной истине, so, и half truth is not truth. It's more dangerous. И также известно, что полуправда она хуже, чем ложь. И what is the procedure? Prabhupada used to speak. Шрила Прабхупад вот такую бенгальскую пословицу приводил, что если я не буду говорить о ваших недостатках, то вы не говорите о моих.
И такова процедура, к сожалению, которую сейчас следует. И вот те, кто по-настоящему разумны и заинтересованы в Харибаджане, они должны быть очень осторожны насчет этого. В тот момент, когда мы отклоняемся от пути, указанного лотосными стопами Ананта Дева, когда мы отклоняемся от лотосных стоп Ананта Дева, различные виды неудовлетворения, проблем, они могут прийти в нашу жизнь. Мы не сможем чувствовать никакого удовлетворения, будем всегда недовольны чем-то, поскольку в тот момент, когда мы потеряли связь с Ананта Девом, с Гурудевом, тогда весь мир может прийти, чтобы Майя-деви, она нападет на нас. И вот Шрила Прабхупад, он всегда говорил, что у меня нету никакого ложного эго, чтобы я смог научить вас чему-то. I'm great sadhu. That kind of mood is not there with me. Please believe me. И у меня нет такой склонности, чтобы чему-то научить вас. У меня нет такого настроения. А если вообще вы хотите узнать что-то об этой абсолютной истине, то тогда я попытаюсь что-то объяснить вам. И вот Шрила Прабхупад, он следовал этой формуле. И какова она? Она очень проста. Эта формула очень ясна и проста. В Бхагаватам говорится: «Сринатам са катаха Кришнаха пунна сравана киртанаха хриддантасто хи абхадрани видуноти свит сатам». What is the meaning? И каково значение? Шрила Прабхупад, он всегда применял эту формулу. Prabhupada used to follow this, apply this formula. What is the formula? The Srinatam Sakatha Krishna. Srinatam Sakatha Krishna. Srinatam Sakatha Krishna. Punna Sravana Kirtana. Punna Sravana Kirtana. Srinatam Sakatha Krishna. Punna Sravana Kirtana. If somebody going to hear all about the pastimes of Krishna, Siddhanta, Vichara. Лилах Кришны, о его Сидданте. If somebody going to hear Krishna katha, punna sravana kirtana, then all dirty things, all in a garbage from heart. То все грязные вещи из сердца, они уходят. И это единственный путь, чтобы очистить наше сердце. Саванам киртанам. This саван киртан. After first саван. Шраванам. Сначала шраванам синватам. Потом киртанам. Then if you go on Chetadarpana Marjanam Bhava Mahadavagni Jivam, this is the easiest procedure. That is the easiest procedure to clean your heart. But you will have to hear from a right source. Простой путь очистить ваше сердце, но нужно слушать из должного источника. И у вас, если у вас нету никаких оскорблений и so many pap. You have done simple activities with it, but no offerad. И то есть, если вы можете грехи совершать, но никаких оскорблений не должно быть. То есть, если кто-то совершал грехи, то это не так плохо, как оскорбление. И вот абхадрани значит все неблагоприятное. Благодаря слушанию харикатхи, все грехи, последствия грехов, они и вся грязь в сердце, она уйдет. Наше сердце очистится. Clarified. Then after that, what happened next step? И вот дальше что случилось? Будьте очень осторожны. Прайасу абхадрешу ниттам бхагавата севая бхагавати уттам слоке бхактир бхавати нэштики. Нашто прайасу абхадрешу. This slok someday I can explain again.
about those who are explaining the last sloka. И вот еще есть последняя шлока из Бхагаватам. Некоторые объясняют ее неправильно. Almost the heart is clear. Almost. И вот те, чье сердце almost. Практически чисто, so your heart is почти чисто, но может какой-то запах вожделения остался. То для них применима эта последняя шлока, а не так, что значит мы можем приехать с какой-то Америки, Африки, России или Франции, и у нас нет никакого представления о баджане, как поддерживать чистоту и сразу слушать Расалили. Это неправильно. Эта сиддханта, она не одобрена Гуру-Вага. Она против Шрилы Прабхупады. И Кешав Госвами Махарадж также он говорил об этом. Те, чье сердце практически чисто, для них это применимо. Есть вот Грандха Бхагавата и Бхакта Бхагавата. To serve Bhakta Bhagavat. Because without serving pure Guru Vaishnav, nobody can go. Не служа чистым Гуру Вайшнавам, никто не может избавиться от Майи, нет другого пути. Обусловленные души из благодаря своим собственным попыткам никогда не могут избавиться от Майи. И поэтому Гокарна Махарадж он давал такой совет Атмадеву. Атмадеви, same thing. Same advice actually. Sevasya sadhu purushan, sevasya sadhu purushan, jahi kama tishnam. Dharmam bhajasya satatam, tyajaloka dharman. Dharmam bhajasya satatam, tyajaloka dharman. All body related dharma, society related dharma, your mental mind related dharma. Because your chairman is your own, your bonded, you know, mind. So all you will have to get respite from their black hands. Вот always you will have to be careful. Мы должны быть очень осторожны, чтобы не попадать под влияние нашего беспокойного ума. А если мы сможем следовать Бхактинандаре, может, вы гневаетесь на меня, поскольку я говорю об этой абсолютной истине. Кто-то гневается на меня. Почему? Потому что я говорю об абсолютной истине и не лещу вам. И поэтому кто-то может разгневаться, но... Какое мне дело до этого? Я буду следовать Шриле Прабхупаде, по крайней мере, пытаться следовать Шриле Прабхупаде. И вот Гокарна Махарадж, он давал совет своему отцу Атмадеву. You will have to take all dharma, ordinary so-called dharma. You will have to follow Atma Dharma. Мы должны следовать Атма Дхарме. Атма Дхарма. I mean Бхагавад Дхарма. And Бхагавад Дхарма you cannot follow very easily. That is very easy. But first point is that но первое we cannot show 100% inclination, which is the main impediments in our bhajan life. We can never show 100% inclination unto Lotus Feet of Pada. В тот момент, когда мы сможем доказать, что мы по-настоящему предались лотосным стопам Гуру Вайшнавов, то я тоже пообещаю, что ваш баджан практически успешен. Вы достигнете успеха, поскольку в этом случае вы сможете
быть под контролем Гуру и Вайшнава. Вайшнава сейчас ваш материальный ум управляет вами, но когда вот это главная проблема в вашей жизни, что говорить о Рагануга Баджане и еще чем-то, если вы хотите хотя бы поймете Гуру Таттву, то я, сидя на Вьясасане, обещаю вам, что если вы поймете полностью Гуру Таттву, вы почувствуете, что такое Гуру Таттва, то тогда вы, если вы по-настоящему предались, то тогда вы получите зеленый свет на вашем пути. На пути вашего баджана автоматически, может, вы недостаточно образованы, не знаете санскрита там или еще что-то, вы почувствуете все, что есть что. И вот Гокарна Махарадж сказал: Саду Пурушам значит те, кто Бхагават Бхакте, мы должны служить им. Севосша Саду Пурушам, Джохи Кама Тишна. Если есть какое-то отдельное желание Кама Тришна, значит, я должен вернуться к Расамрита Синдху, там это объясняется. You are advising me, Maharaj. What you advise me? At the same way, you are maintaining some karsi in front of me. You are maintaining. I know you are maintaining some karsi. Now, Maharaj coming, I will have to ask something. But I know you are not going to follow me. You are not going to. You are going to invite your problem. You are going to invite all problem in your life. И вот мы так приглашаем проблемы в свою жизнь. Когда я говорил Сиддханту о том, что если кто-то поймет Вани Сварупу Шрилу Прабхупады, то тогда нет никакого вопроса, что он может быть обманут Шрилой Прабхупадой. Когда кто-то полностью зависит от Вани Сварупа Шрилы, от наставлений, от учения Шрилы Прабхупады и Гурудева, то тогда нет никакого вопроса, что они будут обмануты. А когда есть они обхилаш, какие-то посторонние желания, а как я узнаю об этом, если вы заняты, вообще заняты в Харибаджане, то тогда вся ваша жизнь, ваш ум, все посвящено Кришна Севе, да или нет? Если вы скажете, Махарадж, я полностью посвящен Кришна Севе, то полностью посвящен, значит, не должно быть никаких посторонних желаний. И если вы решили служить Гуру Вайшнавам, то тогда вы изучаете много вещей. Можете ли вы найти применение Гуру Севе? Мы должны понять, поскольку if I am going to express this kind of idea, like in front of Prabhupada, somebody speaking, Prabhupada, I кто-то like говорит, to learn Sanskrit. Шрила Прабхупаде, что кто-то вот и хочет изучать санскритом и прочие вещи, но Шрила Прабхупада говорит, что жизнь очень коротка, и вы должны начать Гуру Вайшнава Севу. И сразу вы должны начать Гуру Вайшнава Севу. Если вы изучаете санскрит, это долгое время займет. Если Майя Деви, она в процессе обманет нас, если у нас есть различные посторонние желания, это значит, что мы не можем совершать Гуру Севу. In my life, if I have my resolution in my life, that I like to serve Guru Vaishnava, all my activities, all my heart, all everything should come in line with Guru Vaishnava. What I can learn, what I can do, все должно быть в соответствии с Гуру и Вайшнавами, чтобы мы смогли начать служение Гуру и Вайшнавам сразу же, поскольку жизнь очень коротка, она настолько коротка, что если мы совершим какое-то оскорбление, то у нас не будет возможности исправить их. Если мы совершим какое-то оскорбление, even we don't understand, то если мы даже
не поймем, то у нас не будет времени исправить это оскорбление, если у нас есть различные желания другие, если наше сердце не находится в гармонии с Гуру Вайшнавами, тогда мы не сможем понять, что они хотят сказать нам, и мы можем быть обмануты и не понять подлинного настроения Гуру Вайшнавов, поскольку мы должны зависеть, мы не понимаем Вани Сварупу Гуру Вайшнавов, то, что они хотят сказать, мы должны изучать их Вани Севу, их Харикатху, тогда мы поймем, поскольку через Вани Севу они никого не обманывают, это открыто всем. If we have different вот, kind of desire, then simply we are going to waste our time. We are simply going to waste our time, and we are going to invite problem in our life. The more we are going here and there, and чем больше мы any problem can happen in my life. Follow what I mean to say. So why not? Why not I start? I can start Guru Seva. Why not? Почему бы нам не начать Гуру Севу прямо сейчас? Зачем мы чего-то ждем, теряем время? И вот Анибхилаш, значит, Анибхилаш, значит, то, что вы не можете поддерживать вашу, ваш баджан должным образом, и майя, она захватит ваше сердце. Это подобно математике. Кто-то может... Can create another anavilas, and another anavilas coming that anavilas. Если одно постороннее желание, оно приводит другое постороннее желание, другое третье, и таким образом мы можем попасть в ловушку майя. И вот Гокарнаджи Махарадж speaking, Gokarna Maharaj used to say, they must hear Harikatha first. Мы должны слушать сначала Харикатху, те, кто приходит. Они любые качества, может, какие-то материальные качества есть. Если мы займем наши материальные качества в Харисеве, то тогда автоматически это изменится. Сейчас это может быть материальные качества, но по милости Гуру Вайшнавов, это по их благословению, наши материальные качества изменятся, и мы сможем начать Хари Гуру Вайшнава Севу. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, что мы сразу же должны начать служение Гуру Вайшнава, не терять ни секунды времени, когда мы сможем, когда мы уйдем из этого материального мира, нет никакой гарантии, кто знает. Вот если вы хотите какую-то профессию, например, получить какое-то умение, но смотрите, демоны, они гораздо более искусны и профессиональны, чем полубоги. Не пугайтесь, но посмотрите, так и есть. Махапрабху говорит, перед Шукламбар Брамачари, что те демоны, они такие аскезы совершают, но каков результат этих аскез? Аскезы больше, чем полубоги, совершают такие аскезы, которые, вот как Хиранякашипу, например, Брама сказал, на бутам, на бавишете, то есть kind of, такие аскезы невозможны ни для кого, или в Рикасу, например, что он делал, но толку от этого, и эти асуры, вот этот есть Майданов, как это его зовут, он инженер этих асуров. Но Вишвакарма, например, он этот demigods. То those Майданов, he has more technology, isn't he? И этот вот Майданок, он более искусен, чем Вишвакарма. Или Шукрачарья, он более сведущ, чем Брихаспати, но толку от этого, если он демон.
У Шукрачари есть Мритя Санживани, которого нет у Брихаспати, у Девагуру. И кто, если вы думаете, что если вы разовьете какие-то материальные качества, то Гуру Вайшнава будут довольны вами. Нет, нужно нужно служить Гуру Вайшнавам сразу же, не откладывая на потом. И they can do more. That's why Mahaprabhu was speaking. That asura top kore tahe kiba fal. Those demons, those you know asuras, they are also doing ascetic penance. И вот демоны, они совершают аскезы, но что толку от этих аскез? Поскольку они эти имперсоналисты, майявади. Джарасанда. Он великий донор. Он жертвует всем, всем, кому только можно. Но они не верят в Кришну. Когда Кришна пришел к Джарасанте, когда Кришна, Арджуна и Бхима, они пришли к Джарасанте в 12 ночи, это Атитхи Вела, когда все гости приходят, мы должны служить им. Согласно Ведам, любой, кто приходит во время обеда, полдня мы должны накормить их. Это один из видов Нараяна Севы через Атитхи. Кришна говорит Удаве об этом. И вот смотрите. Джарасанда говорит, anything you are going to ask, все, что вы просите, I'm ready to give donation to you. Я пожертвую вам в качестве подаяния. Кришна говорит, мы хотим сражаться с тобой, сражаться, да. И тогда Джарасанда засмеялся. Я думал, где же я тебя видел, вас трех, Бхима, Арджуну и Кришну. Кришна начал говорить о себе, что я Кришна, о, ты этот пастушок. Ты тут 17 раз убегал, не хочу с тобой сражаться, ты этот пастух, недостойный противник. И таким образом Кришна хотел обмануть их, этих имперсоналистов и майявади. И вот мы всегда должны следовать процедуре нашей преданности, и тогда мы сможем понять, что они хотят сказать. Если вы получаете милость Гуру Вайшнавов, то несмотря на то, что вы находитесь далеко от Гуру Вайшнавов, то все же, если вы получите их милость, то хотя вы находитесь далеко от них, вы почувствуете, что Гуру Вайшнавы, они любят нас, они заботятся о нас, вы почувствуете какое-то изменение в вас автоматически. Вы почувствуете, что ваше сердце меняется, какое-то удовлетворение, силу в вашем сердце вы почувствуете. Это значит, что Гуру Вайшнава, они даруют вам милость. Они будут ухаживать, заботиться, думать о нас, через которое мы, и через это мы получим силу. И таким образом мы должны понять, что Джарасанда, он засмеялся, ты Кришна, этот пастух, не хочу с тобой. Бхима Сен еще там пойдет, могу с ним сражаться, но не с тобой. И вот он кинул палец Бхиме и сам одну взял, и они пошли. Смотрите, Кришна Паракилеша, Ананта, властелин Ананта, всех бесчисленных вселенных. И а тот Джарасанда думает о том, что он какой-то слабак. Not going to serve that Brahman or Dev.
То есть он, смотрите, давал пожертвования всем, кому только можно, но не Кришне. И смотрите, каким образом имперсонализм может прийти в вашу жизнь. Как Шукла Барабрамачари. Махапрабху, он не был доволен его отречением. И поэтому он сказал, что если ты думаешь, что только питьем молока ты можешь достичь меня. И вот смотри, какие-то асуры, демоны, они совершают аскезы, но их аскезы, они убивают их. Как в Рикасу, например. В итоге он убил сам себя, и таким образом так и происходит. Хираньякашипу, посмотрите. И вот этот имперсонализм может прийти в нашу жизнь в бесчисленных формах. Кто-то может быть счастлив, видя, кто-то очень отреченный, так красиво говорит, но я, сидя на Вьясасане, прикасаясь к Бхагавату, могу сказать о таких людях, что вот они майявади. Они могут очень красиво говорить, но это не Харикатха будет, а имитация Харикатхи. Блестящие предметы — это не золото, но иногда можно видеть, что какие-то блестящие предметы более блестят, чем золото. И ложные какие-то эти бижутерии иногда блестит лучше, чем золото. И вот на пути Бхакти мой Гурупад Падма говорил и плакал. Бесчисленные препятствия на пути баджана. И вот во Вриндаване можно видеть, что везде колючки разные постоянно колют нас. И поэтому мы беспокоимся, но майявада, имперсонализм может прийти в нашу жизнь в различных формах. But believe me, it's impersonalism or Mayavadi coming in front of even different form. It is the arrangement of Maya. И это влияние Майи. И в тот момент, когда мы утвердились в Гуру Крипе, то я обещаю вам, в то время как вы получите полную Гуру Крипу, никакая сила в мире, никто никогда не сможет обмануть вас. Я обещаю вам, никто не сможет обмануть вас. Вы разовьете такую чувствительность, что если кто-то приходит к вам, вы поймете, что это майявади не находится в согласии с Шрилой Прабхупадой. И насколько мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады, я хочу говорить долгое время на эту тему. И после этого я буду говорить о каких-то редких вещах о Шриле Прабхупаде, его Радхадасе. And his Radha Dasya. Each and every action. Во всех действиях. Each and every action. Each and every activities. Во всех действиях. Шрилы Прабхупады. Is pivoted on this point. Radha Dasya. If I explain someday. Если объясню в один из дней, вы поймете, что каков секрет Гауди Баджана, как можно начать Рагануга или Рупануга Баджан. Я не обману вас. Может, вы гневаетесь на меня, но
я... Может, вы гневаетесь на то, что я не ожидаю ничего от вас, только я молюсь Верховному Господу, чтобы вы обрели чистую преданность. Я молюсь Верховному Господу, чтобы вы обрели чистую преданность. Вы можете верить или не верить. I have strong relationship with you all. Есть связь с вами. I know you cannot believe. Я знаю, вы можете. I know you cannot believe it. Не можете не поверить, но у меня есть связь со всеми вами. Strong relationship. If you have, если у вас есть возможность обрести связь со мной, я не позволю вам потеряться. В этой, в этом бесконечном мире я найду вас. Будьте осторожны, это сила силы Прабхупады, сила Бхакти, Прамода Пури Госвами Махараджа, Шридхара Махараджа, и вот вы должны иметь стопроцентную веру. You know, вы знаете, Бхакти Лата Биджа, если я буду обсуждать об этом, то это займет долгое время. Вы так долго совершаете Гаудия Бхаджану, но если я спрошу вас, что значит Бхакти Лата Биджа, сможете ли вы объяснить научно, что значит Бхакти Лата Биджа, вы должны объяснить мне, что Кришнадас Кавирадж Госвами хотел сказать, и хочу услышать у вас. So, Bhakti Lata Bija. И вот Бхакти Лата Биджа, что это значит? Bhakti is totally Bhakti, она полностью нирапекша. Bhakti is never influenced by anybody. Никогда не влияет на Бхакти ничто. Бхакти, она не зовется от вашего образования, происхождения или еще чего-то. Бхакти не зависит от того, насколько красивы вы или еще от чего-то. Бхакти, она полностью нирапекша. Она полностью нейтральна. И вот если Бхакти нейтральна, то как понять, что такое Бхакти Лата Биджа. И вот моя просьба к вам, если вы следуете, будете следовать Бхакти Винод Дари, то, о чем я говорю, поскольку от имени Вишва Вайшнава Раджа Сабхи это наша единственная обязанность защищать Сиддханту. Это наша единственная обязанность полностью защищать Сиддханту, даже если отец мой будет неправильно объяснять или вести себя, я откажусь от него. Если он отказался от Кришны, от Саду Гуру Вайшнавов, он не мой отец. Нет, у меня нет никакой связи с ним. No relations with. First of all, you have to cut relation with them. Otherwise, you cannot. Иначе мы не сможем обрести бхакти. It is one kind of worm. It is one kind of worm staying inside your belly. Кришна говорит, это подобное тому. Inside your belly, which is going to take. Клопу в наш матрасе, который сосет кровь только у нас. Fruits and flour, everything you are taking, juice, fruit juice, these that you are taking. But your health is not improving. Baba speaking. И вот Шрила Прабхупада говорит, те, кто соблюдают сатсангу и в то же самое время асатсангу, для них мы не несем никакой ответственности. I am not going to take your responsibility. If you are going to follow two tracks,
если вы следуете двум сатсанги и асатсанги одновременно, то я не возьму на себя никакой ответственности за вас. Некоторые люди могут восхищаться, что говорит вот какой-то чистый преданный, например, и потом, когда какой-то майявади приходит, тоже восхищаются. И вот таким образом, если вы следуете двум путям, то вероятность того, что вы пойдете, очень велика. И мы должны прийти к какому-то заключению, чтобы обнаружить. Шрила Прабхупада говорит, что малейшее отклонение от пути Шрилы Прабхупады, оно сбросит нас с пути Бхаджана, если мы полностью отклонились. Что же будет тогда? И на это видно, что какие-то люди говорят Сиддханту против Шрилы Прабхупады, это апасиддханта получается, и как можно утверждать, что такой человек, какой-то гуру, если он действует вразрез с учением Шрилы Прабхупады, люди часто очень ведут себя как политики, они думают, что но они находятся в какой-то политической партии со своим Гурудевом. Но если вы разумны, вы должны следовать Бхактинот Даре и обнародить статус вашего Гурудева. Зачем вы со мной спорите? У вас нет права спорить со мной. Я говорю только о том, что сказал Шрила Прабхупада и Шрила Бхактинот Такур. Если вы придете ко мне, то можете уйти. И feeling some kind of mood like political party is our Gurudev, our philosophy. Why not you try to understand? Почему вы не пытаетесь понять, что это даршан Шрилы Прабхупады? И что вы, что же вы изучаете? Почему вы спорите? Вы спорите о каких-то незначительных вещах и таким образом потеряетесь в океане своих споров. You try to discover what you are learning. Is it in line with Prabhupada or not? This is much. Then you need not come to me to fight with me. You have your books and everything, Siddhanta Vichara all, from Keshav Goswami, this, that, you can hear and try to discover. Можно изучать наследие Шрилы Кешава Госвами Махараджа и... I'm not in political party. No, not ever. Never. I hate. Вы увидите все. Я не люблю политику. И вот, если вы следуете двум путям, то в итоге отклонитесь полностью, поскольку Шрила Прабхупад, он... Если кто-то будет табак есть и молоко, то что, ничего хорошего не случится. That I can take both tobacco, and you know, and milk also. My Ayurvedic doctor speaking to take milk, I can take. Ну, то есть кому-то доктор молоко предписал для какой-то цели, но человек также и табак ест, то ничего хорошего не случится. I'm not going to take your responsibility. First of all. Вначале всего мы должны обнаружить свое настоящее положение. Если мы не сможем обнаружить свое положение, то куда же идти? Сначала вы должны понять, где вы находитесь, и потом будет ясно, куда следовать. И вот как, например, если после падения самолета пилот выжил как-то, и вот он на парашюте так спустился, то первая его обязанность этого пилота обнаружить, где он сейчас, чтобы ясно было, куда идти.
Вот, то есть сначала должен понять вообще, куда он упал. Иногда мы Вот сначала первая наша обязанность обнаружить, где мы находимся сейчас. И тогда уже будет ясно, куда идти. No, Siddhanta, you cannot understand. You are at all Gauriya devotee. If you are at all Gauriya devotee, если мы вообще Гаудии, настоящие Гаудии, то мы должны следовать учению Шри Чайтаньи Махапрабху. И это учение Шри Чайтаньи Махапрабху мы можем найти его в первозданном, в чистейшем виде у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Такура, Прабхупад и Бхактинода Такура. Шрила Прабхупад говорит, до тех пор, пока у нас есть Анья-Бхилаш, то вы не сможете обрести бхакти. Бхакти никакой, не что-то дешевое. Анья-Бхилаш. Шрила Прабхупад говорит, до тех пор, пока вы не примите прибежище у Бхакти Деви. На 100%, пока вы не примите прибежище у Бхакти Деви, на 100% вы не сможете понять никакого значения Кришна Бхаджана. Кришна Бхаджан — это не что-то простое. Шрила Прабхупад говорил, мой Гурупад Падма Парамахамсачарья, он говорил мне, Амар Прабху, пытайся обмануть людей и сам заняться Кришна Бхаджаном, чтобы они не отвлекали тебя. И вот. И те люди, которые приходят обмануть тебя, сам обмани их и занимайся Харибаджаном, чтобы они не мешали тебе. Кришна Бхаджан настолько сокровенен, и поэтому говорится, что те, кто по-настоящему совершают Кришна Бхаджан, они очень и очень умны. Даже во сне вы не можете понять, почему они используют те или иные слова, например, говорят так или иначе. Есть глубокая философия за этим, почему они делают так или иначе. И вот наставление Гокарна мы должны помнить. И другое Гокарна говорит. Кама-тришна значит любое, это Анья-Бхилаш, жажда. Не должно быть никакого Анья-Бхилаша. Мы должны быть в гармонии с Гуру Вайшнавами и с их сердцем. То, что они думают автоматически, наше сердце, оно тоже должно думать об этом. И если мы находимся за тысячи километров от Гуру Вайшнавов, то если благодаря их влиянию мы почувствуем их смелость, их силу, их благословение, и
Такая вера должна быть в нашем сердце, иначе Харибаджан это будет для нас каким-то этим, ну, чем-то несерьезным. И вот Шрила Прабхупад много раз говорил, много преданных спрашивали Шрилу Прабхупаду, каков простейший путь избавиться от майя и начать Харибаджан. Шрила Прабхупад всегда говорил, что вы пытаетесь служить чистым Гуру Вайшнавам. И автоматически вы обретете силу. Вам не нужно думать, вы почувствуете удовлетворение и начнете Харибаджан, и нет никакого другого пути. Те, кто совершает настоящий Харибаджан, мы должны служить им. А если вы служите какому-то гуру-обманщику, то вы попадете в майю, станете каким-то торговцем и не поймете, и потеряете свою жизнь, свой баджан. И что же делать? Вы должны думать снова и снова, день и ночь. Если вы не думаете о Сиддханте, о Гуру Вайшнавах 24 часа в сутки, то будьте уверены, что в этот промежуток, который вы позволили майе войти в вас, Майя-деви, она захватит ваше сердце, и Кали придет, и вот, и никогда не идите на компромисс ни с кем. Отец — это мать, гуру или... Даже если гуру учит вас какими-то материальными вещам, то что делать? И поэтому Питамаха Бишма сказал вот такие слова. Мы должны оставить такого гуру, который дает нам материальные советы, который не дает советы в том, как улучшить наш баджан, а дает какие-то материальные советы, такого гуру нужно оставить. И Питамаха Бишма, один из 12 махаджан, и таково правило. И вот, но не так просто служить чистым Гуру Вайшнавам вначале, что мы не можем видеть, чувствовать, как мы можем служить этому. И поэтому это не так просто. И вначале всего, если вы поймете и утвердитесь в Гуру Татве, и тогда сможете начать Харибаджан под руководством Гуру Вайшнавов, вы сможете служить им. И вот смотрите, в этом случае, если вы поймете сердце Гуру Вайшнавов и поймете Гуру Татву по их милости, и тогда Бандумуи Савадханамота, и поэтому в киртанах говорится. И почему говорится так очень осторожно? Наротам Такур говорит, мы должны служить Гуру Вайшнавам очень осторожно, мы не можем позволить занять наш материальный ум, наш материальный органы чувств. Все проблемы могут быть решены, если у нас будет стопроцентная шаранагати. Шаранагати — это решение всех проблем. Мы сможем развить все качества, и все эти качества они явятся в нас, чтобы служить трансцендентному Гуру Вайшнавам и Бхагавану, но это не приходит, поскольку мы не предались им. И вот мы должны быть очень осторожны, чтобы не развить никаких материальных идей и никаких этих недостатков мы не должны видеть в Гуру и Вайшнавах. И поэтому Шрила Прабхупад очень часто говорил такие слова. Many times Prabhupada
Не пытайтесь искать недостатки в других. Думайте о своем поведении, о своем характере, чтобы вы смогли недостатки в себе найти и искоренить их. И Шрила Прабхупада говорит, почему вы пытаетесь контролировать других, это моя обязанность, я действую как ачарья. Я покажу, в чем проблема того или иного человека, зачем вы занимаетесь этим. Есть тысячи проблем в вашей жизни уже, зачем вы смотрите на проблемы других? Гуру Вайшнавы, они настолько могущественны, настолько милостливы, что благодаря своей любви они могут ругать нас, но нет у них никакого гнева на нас. Они могут нас ругать, но не получат никаких последствий. Это обязанность Гуру Вайшнава показать нам путь. То есть мы должны всегда сначала свои недостатки, свой баджан исправить, а не критиковать других. И вот когда мы практически очистили наше сердце, если мы совершаем Бхагават-севу, есть Грандха Бхагават и Бхакта Бхагават. И вообще, если у вас есть возможность служить Бхакта Бхагавате, то вы очень удачливы, поскольку это очень и очень редкая возможность служить Бхакта Бхагавате. И тогда вы сможете осознать Грандха Бхагаватам. Поскольку Грандха Бхагават, Грандха Бхагавата можно через Бхакта Бхагават понять, то есть Писание через чистого преданного. А если сами вы будете изучать Писание, то будьте осторожны. Бхагават Махапурана — это Сакшат Кришна Эвахи, это сам Шри Кришна. И как вы можете приблизиться к Кришне сами непосредственно? Хотя говорится, что обусловленная душа никогда не может прийти в соприкосновение с Шри Кришной только через Гуру и Вайшнавов. И вот Бхагават Крипа, она приходит через Гуру и Вайшнавов, она приходит, чтобы с помощью... То есть прямо никто не может получить эту Бхагават Крипу только через Гуру и Вайшнавов, Тат Пракаш, Тат Шакти. Все Гуру Вайшнава, они Тат Шакти и Тат Пракаш. И вот пытайтесь понять, как обрести найштхи бхакти ништха. Значит, у вас нет никаких посторонних желаний, ничего, найштхи бхакти. Бхагавати уттам шлоке. Это значит, уттам шлок значит Бхагаван Шри Кришна. Бхагавати. Седьмой этот, седьмой падеж. Уттам шлоке. Наре. Наре. Наре мин? Наре значит... Седьмой этот падеж, согласно санскритской грамматике.
паде паде ядаха бхактир. You know, this shloka. So, и вот Бхагавати уттам шлоке бхактир бхавати наштики. If you like to get наштики бхакти, если мы хотим обрести наштики бхакти, это не так просто, мы должны следовать этой процедуре. Если бы можно было с помощью шлок из Расалилы избавиться от всей скверны в нашем сердце, то было бы хорошо, но это не так. И кто пытается так сделать, то можно видеть, что все наоборот получается. И в шастрах никогда такого не написано. After that nascha prayasu avadresu nittam bhagavata sevaya. That's why Prabhupada used you try to. И поэтому Шрила Прабхупад говорит, что мы должны пытаться служить Гуру Вайшнавам, и тогда Бхагават Севая, мы так должны слушать Грандха Бхагавату от Бхакти Бхагавата. И до тех пор, пока мы не разовьем наштики бхакти, то это будет оскверненная бхакти. И через оскверненное бхакти Кришна не будет доволен нами. Кришна бхакти, она очень, очень просто. И в то же самое время Кришна бхакти очень сложно. Одновременно, но и просто, и сложно. Если вы поймете эту формулу, то Кришна бхаджан будет очень прост, иначе. И вот Снеха Сева, Нарада Махарадж говорит о Гопа Кумаре. Нарада Махарадж дает наставление о Гопа Кумару в Брихат Бхагаватамрите. Санатана Госвами описывает, что до тех пор, пока вы не разовьете сильную любовь к Кришне, дружбу с Кришной, как вот с друзьями, могут быть в материальном мире. Но если вы думаете, что Кришна, он трансцендентен, то это апракрита бхава, она заденет ваше сердце. Но если вы думаете, что Кришна просто ваш друг, то этого благоговения не будет. То есть, а если вы не думаете о Кришне, что он трансцендентен и Верховный Господь, и просто относитесь как Судама и Шридама, то вот получится так, как в их случае, что вот они играли с Кришной, победили Кришну, и Кришна теперь носит Кришну на... Точнее, Кришна носит Судаму на спине, и этот Судама сидит еще ногами бьет по груди Кришны. И это бхакти зовется, хотя выглядит странно. Не все могут понять. И такое Кришна Бхаджан очень сложен и прост в то же самое время. И вот Нарада Махарадж, он дает наставление Гопа Кумару, ты должен развить такие отношения с Кришной, как вот дружба в материальном мире. У кого-то есть сильное стремление, привязанность к жене, к детям, к прочим родственникам, к каким-то материальным деньгам, положению в обществе, дому там или еще чему-то. Но если это материальная привязанность, она может измениться в увлечении к Гуру Вайшнавам и Бхагавану, то тогда, несомненно, вы достигнете успеха. Нарада в форме Маду Мангала во Враджадаме играет с Кришной. Нарада в форме Маду Мангала. Нарада, он Маду Мангал во Враджадаме, он играет с Кришной. Но когда Нарада, он на Вайкунху попадает, он говорит Нараяна с таким благоговением, но в другой форме играет с Кришной.
О, Ясода, ты можешь дать больше этих сладостей, а тот говорит, что нет, не давай, он плохо ему будет. А вот этот Мадхуман говорил матери Кришне, что не надо Кришне сколь только сладости давать, я лучше я съем, а то он не переварит и плохо ему будет. И Радхарани также договорила Кришне, что ты этот пастушок. И так или иначе, до тех пор, пока мы не разовьем такие отношения с Кришной, как я могу пример вам привести? И поэтому я говорю, что Нарада Махарадж, поскольку трансцендентные вещи, я могу говорить о них, но осознаете ли вы их? Трансцендентные вещи не все могут осознать. С Кришной, если вы разовьете такие отношения, то автоматически это станет трансцендентным. А если вы думаете, что Кришна трансцендентен, то дружеских или других отношений не будет с Кришной, поскольку Айшварья Бхава, такое чувство благоговения, если оно заденет наше сердце, то тогда мы не сможем поклоняться Кришне как своему другу. Кришна Баджан, он очень прост. Единственное, мы должны развить любовь к Кришне, сильную любовь. И не должно быть никаких преград на пути к Кришне, вот этических, моральных или еще каких-то, не должно быть никаких преград. Кто такой Кришна? Кришна. И вот в Чайтанья Чаритамрите описывается, что пастушки, они говорили Кришне, кто ты? Может быть, ты сын Нанды Махараджа, но мы такие же, как ты. И Нарада Махарадж в форме Маду Мангала, он внутри Вриндавана являл лилы с Кришной, а в другой форме следовал всем правилам и предписаниям. Но так или иначе, Нарада, он дал совет Гопакумару, что ты должен развить такую любовь к Кришне, чтобы не было никаких преград. На санскрите это зовется Мадия Тата, то есть мой Кришна. Как кто-то говорит, что это мой сын, как они могут говорить? Я знаю, что это материальная любовь. Вы мать любите вашего ребенка, но все же это такая сильная любовь. Вы должны развить ее к Кришне, и тогда это как-то это будет точка поворота в вашей жизни, и вы должны развить такое чувство. И поэтому Чайтанья Чаритамрите описывается, и Шрила Прабхупада также следовал этой процедуре, как можно развить Наштика Бхакти. Шрила Прабхупада не объяснял Рагануга Бхакти прямо сейчас, поскольку он знал, что никто не готов, и постепенное развитие, оно приветствуется. На пути Баджана Шрила Бхактивинода Тхакура написал Баджан Рахаси, постепенное развитие, оно приветствуется. Тихо едешь, дальше будешь. Если мы развили огромную любовь к Харинаму, но не узнали ничего о своей сварупе, такого не может быть. Но вы, если чувствуете огромное влечение к Харинаму, но также говорится, что Гопакумар, когда он Даша Акшар Гопал мантру получил, у нас есть Ашта Акшар и Даша Акшар мантры, но Санатан Гасай пишет, что через Даша Акшар Гопал мантру и вот Гопакумар был очень глубоко погружен в это чувство, что это через эту Дасакшар Гопал мантру он чувствовал поцелуй Кришны.
Настолько, посмотрите, насколько глубокое чувство было у Гопа-кумара. Гопа-кумар был в океане любви. Гопа-кумар, он повторял это Дашакшар-мантру, Гупал-мантру, и почувствовал, что Кришна поцеловал его, обнял его. И вот подумайте, какое это великое дело Гопа-кумар это чувствовал. Мы думаем, что все очень просто. У нас есть деньги, мы можем купить на рынке что-то, книги какие-то и получить. Рагануга Баджан, нет, не так просто. Это не картошка и баклажаны, которые можно купить на рынке, если у нас есть деньги. А чувства так не купишь. Мы должны думать снова и снова о том, о чем я говорю. Санатан Гасай, перед тем, как написать что-либо о Гопи-гите, Санатан Госвами Гасай, он плакал снова и снова. Санатан Гасай плакал и молился лотосным стопам Гопи и Радхарани. Пожалуйста, простите меня. Я хотел понять ваше чувство, но я не понял. И вот Санатан Госвами Пад, перед тем, как написать комментарий к Гопи-гите, он написал: только те гопи, они понимают настроение Кришны, и только Нанданандан Кришна может понять настроение тех гопи. Никто еще в мире не сможет понять этого. И как я могу ожидать, что я могу понять настроение Шрилы Прабхупады в то время, как Шрила Прабхупада утвердился в Рада Анугате. И поэтому мы не можем понять настроение Шрилы Прабхупады, его наследие. Мы хотим избежать учения Шрилы Прабхупады. Для многих очень сложно, хотят что-то попроще, но это глупо. Мы должны следовать полностью Шриле Прабхупаде, и автоматически, если мы будем находиться в гармонии с Шрилой Прабхупадой, то тогда мы поймем то, что хотел сказать Шрила Прабхупад нам, иначе нет. И также Санатан Госвами, он плакал перед этими гопи. Пожалуйста, помогите мне. И у меня нету такого, чтобы я мог написать комментарий Гопи-гите. Кто может понять это? Только Кришна может понять настроение гопи. И только гопи могут понять настроение Кришны. Если просто читать Уджала Ниламани, то гопи мы никогда не станем. Это автоматически произойдет по милости Шрилы Прабхупады, под милостью Гурудева. Мы погрузимся в Харинам полностью. И Харинам, он дарует нам трансцендентное блаженство, и тогда, и только тогда мы поймем все, и все станет ясно для нас. Гурвага, они покажут, мы, кто мы на самом деле, они откроют нам нашу сварупу. А просто давать кому-то взятку на Радакунде, чтобы они рассказали сварупе, это неправильно. Я знаю какие-то матаджи. Old lady, какая-то old. Пожилая женщина очень была, день и ночь Харинам повторяла. Я хотел пыль свою лотосную в стоп взять. Никогда не думал, что они женщины, я мужчина. Такого представления, если есть такое представление у нас, что кто-то вот женщина, я мужчина, то вы не должны ко мне приходить. Я не должен быть перед вами. И это материальное настроение. Мы должны избавиться от этого настроения. Не должно быть никакой преграды. Мы не женщина, я не мужчина. Мы должны понять, что этот дживатма,
Шрила Прабхупад, он всегда думал так, что все дживатмы, согласно их карме, они рождаются в том или ином теле. Если кто-то очень гневается, почему женщина пришла к нам, то это из-за нашей слабости нашего сердца, и поэтому вы чувствуете беспокойство, что это Матаджи сделала. Но вы должны понять то, что хотел сказать Махапрабху. Махапрабху никогда не говорил, что мы должны избегать женщин. В Бхагаватам говорится, что те, кто саньяси и брамачари, они не должны прикасаться к женщинам даже ногой. Они не должны касаться женщин. Почему? Каково значение? Глубинное значение каково? То, что Бхагаватам хочет сказать нам, мы должны понять глубинное значение этих слов. И тогда наше сердце поймет это. Мы должны быть очень осторожны. Те чистые гуру вайшнавы перед ними. Нет никаких женщин и мужчин, у них нет такого представления. И как они могут любить нас с таким, ну, если с такой мыслью, что вот женщина какая-то пришла? Нет, это не так. Я более подробно объясню настроение Шрилы Прабхупады, что такое Юкта Вайрагья и как. Насколько мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады, если я могу обнаружить асатсанга тяга и вайшнава ачара. И Махапрабху говорил стрисанга и Кришна абхакта ар. И я могу объяснить это те, кто совершает стрисангу, джашитсангу, и те, кто Кришна абхакты. Непреданные Кришны. Не бхакты, значит майявади и прочие стрисанги. Махапрабху даже в своей лили Нитьянанда, он свою милость хотел пролить на них. Но если они Кришна, абхакты, майявади и прочие, они никогда не будут прощены. Это был особый случай, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел изменить их сердце от Пракашананды и Сарасвати. Но это был такой особый случай, иначе, если вы видите майявади, нужно принять омовение во всей одежде, с одеждой вместе. Те, кто критикует вайшнавов, если вы видите их, помогаете им так или иначе, говорите с ними, вы осквернитесь, вы потеряете свой баджан. Шрила Прабхупад говорит, вы должны в одежде, увидев майявади, вы должны в одежде принять омовение. Или с каким-то оскорбителем, может быть, в одежде Ачари или саньяси, или еще в какой-то почитаемой одежде, но они майявади. Они полностью против чистых гуру вайшнавов. Если какая-то чистая харикатха происходит, они хотят остановить ее. Говорят, что тут критикуют всех. И поэтому люди говорили, что Шрила Прабхупад – великий критик или великий обманщик. Кто-то говорит, что Шрила Прабхупад – великий философ, различные люди имеют свое мнение. С различных точек зрения они смотрят на Шрилу Прабхупаду и говорят, то, что так, вайшнавы, они за пределами нашего постижения, они непостижимы. А мы пытаемся своим умом понять гуру вайшнавов. И вот после этой шлоки Шрила Прабхупад постепенно, вот он следовал этой формуле в Гауди Матхе. И после этого Шрила Прабхупад следовал вот этой процедуре. И после этого, когда наштики бхакти уже есть, оно захватило наше сердце, то тогда Бхагаватам говорит, раджастама бхава камо лобха даяс чаджи
чето эно этоир анавидхам ститам ститам сатте прасидати. What do you mean? И что это значит? Like I started with this, bhava, как я начал вот с этой шлоки? На санскрите значит вот это слово сразу же мгновенно. Когда? Тогда. Janasatarhi, Ochuta Sasamagama, Sasangama Jarhi, Tadaiva Sadhgatu, Paravara Isetu Ijayatarati. Very, very nice, I can explain next day. Я могу объяснить, в следующий день может время занять. So what procedure и вот какова процедура, которую следовал Шрила Прабхупад, я могу показать Шрила Кешава Госвами Махарадж. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж и Шрила Шридхар Махарадж, они следовали этой процедуре, и мы не можем нарушить наши правила и предписания, которые установлены Шрилой Прабхупадой. И вот когда Наштики Бхакти, оно захватывает наше сердце, тогда тогда вся раджа и тама бхава вместе с вожделением и влечением к чему-либо и вот когда это вожделение, гнев, жадность, это все вот этим словом покрывается. Наше сердце тогда не оскверняется раджа тама гуной, оно чисто. Чето этуэр. Этуэр значит это третье окончание. И вот этими факторами наше сердце не оскверняется и достигает стабильности. Чета, чета на сердце наше не оскверняется, и мы не будем чувствовать никаких беспокойств. Если тысячи женщин даже придут на слушать Харикатху, то что плохого? Почему вы не можете подумать, что это спутники Радхарани приходят? Почему вы не думаете, что это ваши матери пришли? Почему вы... Так, если вы брамачари, ну так называемые, брамачари, и гневайтесь, когда матаджи приходит, то какой же вы брамачари? Когда же вы поймете суть Гаудия Бхаджана? Вы должны слушать Харикатху, слушать всю жизнь, и тогда, если вы сможете понять или не сможете, я не знаю, это зависит от вашего ума, если вы... Откажетесь от сатсанги, тогда я могу гарантировать, что вы что-то поймете, иначе нет. Сатвагуна, чистая сатвагуна, она покроет ваше сердце. Шудда сатва. Then no problem. И тогда никаких проблем не будет. И в этом случае даже материальная сатвагуна, она придет к вам, то кто-то будет стремиться к изучению бенгальского, санскрита, итальянского, немецкого, английского и прочего. И так люди могут заниматься изучением всего подряд, и жизнь быстро кончится, и что толку? Шрила Прабхупад, Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур и Махапрабху, они никогда не изучали игру на гармошках каких-то, никогда в истории такого не было. Ну, как бывает, что-то какие-то преданные изучают игру на гармошках, но во времена Махапрабху, Шрила Прабхупады вообще никогда такого не было, только наводил какой-то.
Then you should learn something which is мы должны изучать что-то, что практично и полезно, и то, что мы можем применить в гуру и вайшнава севе, как мы можем 18 часов там каждый день посвящать изучению каких-то бесполезных вещей. Мы должны повторять харинаму, лак харинаму, мы должны так или иначе повторять. Не знаю когда, но вы должны так или иначе. So, chetvayetair anavidham siddham satya prasidati. Prasidati means totally satisfied, transcendental Prasidati bliss. Значит полностью, полное удовлетворение, трансцендентное блаженство, оно придет и захватит наше сердце. И это будет очень благоприятно. И поэтому в Бхагаватам говорится, Шрила Прабхупад следовал этому пути. I cannot jump and break my head. И мы должны следовать этому пути, а не пытаться перепрыгнуть. That, если будем пытаться say, перепрыгнуть, то можем сломать себе голову, руки или ноги. Шрила Прабхупад вот следовал этой шлоке. И таким образом, когда наш ум удовлетворен, успокоен, и мы чувствуем трансцендентное блаженство, никакого гнева, никакого сожаления не останется. Because you are not doing Krishna bhajan. So many people cheated me. So many gujjan, you know. Кто-то жалеет, что его обманули там и сям. Who told you? Nobody love you. Что его никто не любит и прочее. Но кто сказал, что вас никто не любит? Вы знаете любовь Гуру и Вайшнавов. А что такое настоящая любовь? Вы слепы, не можете видеть, как вы получили. И таким образом ваш ум будет очень удовлетворен, не материальное, материальное трансцендентное блаженство, но захватит ваше сердце, и вы обретете Бхагавататовигьян. Вся татва гьяна, она благодаря силе, могуществу Гуру Вайшнавов, она проявится в вас. Те, кто избавляются от материального общения и прочего, и если мы избавимся от всякого материального общения и уединимся где-то, то это майявада получится, поскольку, избавившись от материального, что дальше делать? Нужно совершать сатсангу, это следующий шаг. Избавиться от сатсанги значит начать сатсангу. И тогда мы станем майяваде. И что мы можем ожидать? И мы должны следовать этой процедуре, показанной Шрилой Прабхупадой. Мы должны думать снова и снова, как насколько далеко мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады и что делать, чтобы вернуться. И мы должны это все вот думать, как вернуться на путь, указанный Шрилой Прабхупадой. А если мы это не делаем, то мы попадаем в океан майявады и никогда не получим бхакти. И вот насколько мы отклонились от пути Шрилы Прабхупады, мы должны обсуждать это снова и снова. Это уникальная дискуссия на тему Шрилы Прабхупады, его уникального учения и под тема раздел этого, то как далеко мы отклонились от пути указанного Шрилой Прабхупады, и также это проясняет красоту Вишвовайшнава Раджа Сабхи и ее трансцендентных деяний. И в дальнейшем я буду говорить об этом, чтобы мы обнаружили, на каком положении мы находимся сейчас. И тогда мы сможем
посчитать, куда же нам идти, чтобы вернуться на путь Шрилы Прабхупады. Если мы не сможем определить, где мы находимся, то как вы можете улучшить ваш баджан? Вы должны думать, где вы находитесь сейчас, и тогда мы должны продвигаться дальше. А если под руководством вашего гуру-обманщика вы идете назад, то что я могу сделать? Поскольку вы не верите мне, думаете, что я против вас, я не буду спорить с вами, у меня нет времени. Можете жить как хотите. Осквернение я не могу позволить. И таким образом, наша следующая тема, я буду эту тему долгое время обсуждать. Весь мир, все люди, они должны понять это. Тысячи лекций, то, а что сказал Шрила Прабхупада Бхактивинода Тхакура, они должны понять это. Иначе они не смогут начать Хари Бхаджан. Может, они могут запомнить много вещей из Уджвала Нилама, не Брихат Бхагаватамрит, но я могу бросить вызов, прикасаясь к Гите. Они не смогут начать Хари Бхаджан. Они находятся в Майе. И вот смотрите, в следующий раз я буду говорить о Шриле Прабхупаде и его Рада Дасе. Это очень глубокая философия, глубокий даршан. Кипая хари кетана мурти дхаран дхарани варахарак гауражанам джанакадикавасала снигдападам Панамами сада Прабхупаду падам, Панамами сада Прабхупаду падам, Панамами сада Прабхупаду падам. Ванчакалпа дурвасики басинд бхавача, патитананг павана бхавишна бхё намо.